Работа департамента исполнения переданных федеральных полномочий и программ. Об этом мы поговорим в рамках очередной программы в контексте у нас в студии заместитель директора департамента исполнения переданных федеральных программ полномочий и программ правительства Севастополя Сергей Самыловский. Здравствуйте, Сергей Владимирович. Добрый вечер. Ну и первый вопрос. Как сегодня осуществляется формирование региональных целевых программ? Ну, региональные целевые программы – это необходимые условия для того, чтобы развивался город, для того, чтобы правительство понимало стоящие перед ним задачи, и не только правительство, но и частный бизнес, частные инвесторы понимали, собственно говоря, потребности города в той или иной области. Вот. Ну а департамент называется Департамент исполнения переданных федеральных полномочий и программ. Речь идет о федеральной целевой программе социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя до 2020 года. Вот. Это необыкновенная по масштабу и амбициям программа. Сейчас она оценивается порядка 680 миллиардов рублей для федерального округа Крымского, из которых 42 примерно миллиарда, чуть побольше, приходится на город Севастополь. Вот так вот, для того, чтобы какие-то мероприятия были включены в эту федеральную целевую программу, они должны быть включены в региональную целевую программу, и тем самым город должен подтвердить, что действительно он имеет какие-то планы на реализацию того или иного мероприятия в области развития инфраструктуры своей. Что касается федеральной целевой программы 2020, на какие аспекты в ней все-таки делается акцент? Ну, основная задача этой программы – это, собственно говоря, включение и Республики Крым и Севастополя в единое экономическое пространство России. Поэтому основное внимание уделяется крупным инфраструктурным проектам в области энергетики, транспорта, здравоохранения, такого типа. А насколько вероятно, что в ближайшее время уже начнется финансирование и какие-то проекты будут осуществляться в Севастополе, я имею в виду, в ближайшие месяцы? Ну, вероятность 100%, потому что те мероприятия, которые были подготовлены органами государственной власти Севастополя, значит, та документация была рассмотрена, утверждена, согласована Министерством по делам Крыма, значит, с соответствующими профильными ведомствами, была передана в Министерство экономического развития. Значит, после согласования в Министерстве экономического развития эти мероприятия были включены в федеральную адресную инвестиционную программу России. Вот, и под эти мероприятия выделены деньги, которые находятся сейчас на счетах, скажем так, Министерства по делам Крыма. И по нашей готовности города Севастополя, по каждому конкретному мероприятию эти деньги должны перечисляться нам в бюджет для того, чтобы реализовывать эти мероприятия. На сегодняшний момент можно конкретизировать, какие именно мероприятия? Ну, хотя бы так, пару примеров. Ну, допустим, строительство фельдшерских акушерских пунктов в сельской местности. Там, допустим, было предусмотрено строительство 5 таких пунктов в селах в сельской местности города Севастополя. Уже выбраны точки, уже определены как бы состав этих пунктов. Это будет модульное строительство, очень интересное. Поставлено высокотехнологичное оборудование, ну, для того, чтобы выровнять условия проживания людей в сельской местности и с городским населением. Да. А что касается переданных федеральных полномочий, что они собой представляют, что это значит? Это представляет собой эксперимент, который федеральное правительство проводит, начиная с прошлого года, как раз на двух наших регионах. Это Республика Крым и Севастополь. Эксперимент состоит в том, что регионам переданы федеральные полномочия в части надзора и контроля, допустим, как природонадзор, там вот... Вот мы Севреестр, это учет объектов прав собственности и так далее. Допустим, охотхозяйство, да. Ну, то есть вот такие вещи, которые, собственно, экология,
вот, которые обычно, то, чем обычно занимались федеральные органы власти. Подобные эксперименты раньше где-то проводились? Нигде не проводились, и суть экспериментов, эксперимента состоит в следующем. Оказывается, в каждом регионе вот, эти территориальные органы, федеральных органов власти, которые осуществляют вот контрольно-надзорные функции, они составляют по численности примерно в полтора-два раза, порой превышают численность региональных органов власти, чиновников. И это для федерального центра стало большой обузой. Накладно. Является большой обузой, накладной. И более того, понятно, что ведомство не собирается оптимизировать свои расходы, потому что чем больше бюджет, тем лучше. Ну и для того, чтобы как-то решить этот вопрос, и для того, чтобы, собственно говоря, регионы тоже принимали несли участие. Свою, да, ответственность за эти вопросы, да, за ту же самую экологию, допустим. Вот. Ну, собственно говоря, вот эти полномочия переданы Севастополю и Крыму, и Республике Крым. То есть, по факту, это оптимизация ситуации? Попытка. Попытка оптимизации. Да. Попытка оптимизации. Спасибо большое, что нашли время, пришли к нам в студию. Я напоминаю, вы смотрели программу «В контексте», эфир же информационного канала Севастополя продолжается. Не переключайтесь, впереди немало интересного и познавательного.